По данным Министерства здравоохранения Омской области, сегодня в очереди на получение инвалидной коляски зарегистрированы 500 человек. Желающих же получить средства передвижения гораздо больше. Их даже можно встретить на улице в самодельных колясках. Но чаще всего люди с ограниченной возможностью передвижения сидят по своим домам. А если о далеком, то хотелось бы посмотреть мир. Да, побывать за границей, во Франции, Италии очень хочу посмотреть. Нет-нет, заплачешь, это что, не можешь встать на ноги. Вот. Депрессия, конечно, есть, и большая депрессия. То, что не можешь на ноги встать. Ну, в юности я мечтал быть космонавтом или офицером каким-нибудь. Ну, мне мечта была офицером быть. Ну, какой у меня офицер? У них есть мечты, желания, стремление жить полноценной жизнью, но нет возможности осуществить задуманное. Мы можем помочь им стать немного счастливее, почувствовать себя наравне со всеми. Спрашиваешь, зачем? А попробуй посидеть на стуле, не вставая, хотя бы один день. Тогда ты поймешь каждого из них. Подари им шанс увидеть мир шире.